Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4, урок 12. Множество c с элементами 1, 3, 5, 7. Множество d с элементами 4, 5, 6. Запиши с помощью фигурных скобок объединение множеств c и d. Отметь элементы этих множеств на диаграмме Эйлера-Вена. В объединение этих множеств мы записываем все элементы множества c, то есть 1, 3, 4, 7 и еще те элементы, которые есть в множестве d. Добавляем элементы 4, 5 добавлять уже не нужно, он у нас уже находится в объединении, и 6. Посмотрите на диаграмму Эйлера-Вена. Посмотрите на объединение двух множеств. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.